Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на портативный блендер-стакан от суббренда Xiaomi компании Pinla. В комплект поставки входит сам блендер-стакан в уже собранном виде, пара пластиковых крышек, одна для стакана, вторая для блендера, зарядный микро-USB кабель 30 см и инструкция с картинками на китайском. Блендер-стакан, как уже понятно из названия, состоит из двух частей. Каких? Правильно, блендер и стакан. Прозрачный стакан легко откручивается, объем 350 мл. Из примечательного в нем это сам пластик, а точнее тритан. Это как пластик, только лучше во всем. Безвреден для здоровья, не впитывает запахи, не меняет цвет и еще куча других плюсов, почитайте. Блендер же, точнее его корпус, выполнен из ABS пластика белого цвета. Прорезиненное основание не скользит, а на дне нарисованы краткие характеристики. На лицевой стороне расположена кнопка включения. Включается блендер при двойном нажатии, выключается при однократном. Когда стакан откручен, включить блендер не выйдет, сработает защита. Ножи блендера имеют 4 толстых лезвия из 304 стали. Выглядят надежно и вряд ли быстро затупятся, если использовать их по инструкции. С внутренней стороны на блендере имеется силиконовая накладка-уплотнитель. Она снимается и легко моется. При снятии, правда, нужно быть аккуратным, чтобы не порезать ее ножами. Такая же уплотнительная резинка есть на крышке для стакана. Мощность блендера хоть и небольшая в сравнении с классическими настольными вариантами, всего 70 Вт, но этого вполне хватает для того, чтобы перемалывать фрукты и овощи, мягкие и не очень. Например, с яблоком или морковкой в некрупных кубиках справляется уверенно, а вот орехи, лед и замороженные продукты использовать с ним не рекомендуется. Заряда встроенного аккумулятора в 2000 мАч хватает на 20-30 секундных сессий. Это почти 7 литров напитка, если что. Через 30 секунд блендер автоматически останавливается. Заряжается он не больше 2 часов через разъем микро-USB, спрятанный под резиновой заглушкой на корпусе. Несмотря на заглушку, заливать водой разъем и кнопку включения категорически нельзя. Моется под струей только сторона с ножами, остальное протирается влажной тряпочкой. Из основных плюсов блендера-стакана от Pinla могу отметить его вес. За счет пластикового стакана он весит всего 500 грамм, и поверьте, это мало. Бонус в виде крышки на сам блендер тоже в тему, чтобы ничего ножами не повредить. По итогу отличный дорожный вариант получился. Друзья, пишите в комментариях, что думаете о новинке, подписывайтесь на канал, инсту и обязательно ставьте лайки. Вам не жалко, мне приятно. Всем пока, всех обнял.